Отличного качества, стоимость одной пары 150 рублей. Многоразовые газовые перчатки пригодятся дома, на даче, в гараже, в транспорте, в магазине пойти. Перчатки нейлоновые, они хорошо тянутся, подойдут практически на любую руку. Что немаловажно, они дышащие. Рукавник не потеет, в отличие от латекса и винила. Хорошо стирается, даже в холодной воде. Стоимость одной пары 40 рублей, 3 пары 100. Четвертую пару сегодня вы получаете в подарок, 4 пары 100 рублей. Суперпрочные выготавливающие перчатки изготовлены по технологии Финляндии с латексом покрытием. Полностью защищает ваши ладони и пальчики от любых загрязнений отличного качества. Цена прошлогодняя, стоимость одной пары 80 рублей, 2 пары 150. Пальчику и мизинчику батарейчика подойдут бубики станционного управления, будильники, фонарики, детские игрушки. 4 любые батарейки стоят 50 рублей. Тигровый обезболивающий лечебный согревающий пласт улучшает микроциркуляцию местных веществ, оказывает мощное обезболивающее действие. 4 лечебных пластыря в упаковочке стоят 70 рублей. Для всех, кто заботится о здоровье своих ног, предлагаю вашему вниманию питательный крем для ног с содержанием змеиного жира. Обладает антибактериальным действием. Заживляет микротрещины. Ваши ножки будут как у младенца. Стоит 120 рублей. Бейджики на пропуска на проездные билеты по 100 рублей. Водонепроницаемый защитный щекол для вашего телефона, смартфона. Можете паспорт убрать, военный билет, денежку спрятать. Можно хоть речку переплыть, хоть море купаться. Пошли в поход по грибы, по ягоды, забыли с собой планшет, сами промокли насквозь, пошел в сундуки. С вашим телефоном ничего не случилось. Можете позвонить прямо через щекол, чтобы вам принесли такую теплую одежду. Стоимость чехла 200 рублей, салон сотовой связи встречается редко, по цене 500 рублей выше. Большой выбор ручек, шариковые масляные ручки шпиона, одна сторона пишет, другая стирает. Ручка директор в металлическом корпусе, поворотный механизм. Маркер даска, пишет по любой поверхности, даже по камню, по границе. Холодная сварка предназначена для склеивания стали, чугуна, алюминия, меди и других металлов. Стоит 100 рублей. Многофункциональная светодиодная лампа дома, на даче, в гараже, в погребе можно использовать как переноску автомобиля туристам в палатке. Актуально, когда отключают электричество. Подвесить можно любую необходимую высоту с помощью шнурочек. Безопасно для взрослых детей, руки не обжигает. Экономичная, если уронить, не разобьется. Уже в комплекте вместе с батареечками стоит 180 рублей. Естественно, все лампы проверяю.
Но все работало, все светило, чтобы никому не испортить настроение. 180 рублей, комплект имеет батареечку. Фонарик брелок со свистком стоит 100 рублей. Аккумуляторный фонарь в металлическом корпусе, удары прочные, влага не проницает. Три режима работы, данные с учетом 500 метров. Максимальная дальность 500 метров, ближний дальний свет, мерцающий режим, режим сосы, режим сидите. Заряжается зарядка любого мобильного телефона, если пипровод идет в комплекте, стоит 350 рублей. Большой выбор аккумуляторных налобных фонарей, руки всегда остаются свободны. Новиночка, многофункциональная светодиодная лампа. Не требует никаких батареек, заряжается либо от сети, либо от солнечной батареи. Зарядка идет постоянно, даже в выключенном режиме. Ударопрочный влагонепроницаемый корпус. Охотникам, рыболовам, туристам, дома на даче всегда пригодится. Несколько режимов работы, конечно, режим СОС и режим маяка. Имеются три модели, 24 и 32 светодиода. Кого заинтересует, покажу другие модели. Фонарь летучая мышь. Два режима работы, режим светильника и режим фонаря. Заряжается не только от сети на солнечной батарее, также можно подсоединить любой сотовый телефон от этого фонаря. Всем крепкого здоровья, пожалуйста, болейте. Не пара? Женский? Итак, они.